собственно говоря, с чего все началось? Захотелось, мне понадобилось создать некий небольшой стеллаж для всякой мелочевки. Вот. Но потом, ну, стеллаж это не очень большая проблема сделать. Потом я подумал, что в условиях ограниченного пространства делать какую-то вещь, которая будет выполнять только одну функцию, как-то неразумно. Захотелось эту функцию расширить. И вот что, собственно говоря, получилось. То есть вот стеллаж легким движением руки превращается в удобный стол. Заметьте, все осталось на месте, ничего не упало. И если сложить обратно, то ничего не упадет так же. Точно так же. После того, как поработали, чтобы стол не мешался на проходе, соответственно, его можно точно так же поднять и оставить в виде какого-то стеллажа. Вот такая конструкция получилась.